День добрый, добро пожаловать, с вами я, Хаг, и вы смотрите YouTube-канал Let's Play по-русски. И мы продолжим играть в игрушку Binding of Isaac, Wrath of the Lamb, и... да! Долго я тянул это и это я тянул, потому что я не помню, прошел я им ангела и сундук или нет. По-моему, сундук еще не прошел, ангела я не уверен. Опять же, я вспоминаю человека, который мне советовал записывать, но я решил, что я умнее всех. Умнее всех! Поэтому не записывал. Так, толбетка, которая сделает... Отнимет у меня здоровье! Бомба — это ключи, чудесно. Теперь у меня одна бомба. Теперь у меня 6 бомб, которые отравлены. В зубастую комнату мне идти нельзя. Тролололололо, пока что, по крайней мере, нельзя. Так, давайте в какашках поковыряемся. Еще раз какашкой поковыряемся. Еще раз какашкой. Нет. Нет, ну окей. Так, тихо, подожди. Еще раз какашкой. Нет. И да, я надеюсь, что когда я буду говорить это, я буду получать что-то от какашек. Они меня услышат. Я смогу коммуницировать с ними. Нет. Нет, они не хотят. Сопротивляются, проклятые. Так, зомбики, которые не закрыты бочками динамита. Осторожно. Есть. Итак, ты умрешь. Если я помню правильно, а ты не умрешь. Ты просто выйдешь. Побежишь. И поп-поп-поп-поп-поп-поп. Есть. Серое сердечко. Которое я сейчас солью лучше на зубастую комнату. А там, понадеюсь, что я на этом... у босса получу немножко урона. Ну, или вообще не получу урона. Что было бы намного лучше. Так, давай мне... что-нибудь. Хорошо, я не против, скажу вам честно. Мы получили дополнительное серое сердечко. И теперь уже не так страшно, потому что, конечно же, Иудой начинать играть его... Как я в прошлый раз шел Магдаленой, мне так Иудой нельзя делать. Нельзя! Так, давайте себе запустим книжку. Так, хорошо, потихоньку, где-то 5% здоровья мы снимаем одним выстрелом. Это будет быстро, это будет без проблем. Хорошо, так, спокойно, отлично. И есть. По идее, если от него получу урон, мне будет очень-очень стыдно, ужасно стыдно. Поэтому давайте попытаемся не получать от него урон. Цык. И я очень надеялся, что не будет сделки с сатаной. Потому что мне нечем ему платить. Хотя, с другой стороны, есть всегда шанс получить Крэмпуса. И это, да. Есть всегда шанс умереть от Крэмпуса. Что тоже, да. Абсолютно, да. Жестоко, да. Так, у меня 6 бомб и ни одного ключа. Это плохо. Но я надеюсь, мне дадут ключи. Надежда умирает последней. Тогда, когда у нас оказывается, что нету ключей. 10 комнат подряд. Топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ-топ, зомбики. Не надо тут резко так вот делать это. Да, мы пойдем посмотрим, что в зубастой комнате у нас здесь. Что? Хвост Гаппи. Окей, давайте пойдем. Может быть, есть шанс превратиться в Гаппи? А может быть, нету. Кто его знает? Посмотрим. Так, идем дальше. Честно говоря, чтобы с Гаппи быть... так, давайте я здесь поставлю тогда бомбу посерединке. И теперь выйду. Отлично. Камешек, это классно. Притом давно друга камешка не видел. Это очень хорошо. Идем дальше. Так. А, как раз я мог поискать на прошлом этаже секретную комнату или нет? Я совсем об этом забыл. Потому что бомбы у меня достаточно. Склероз. Склероз болезнь века. Так, давайте поедем дальше. Хорошо. Отлично. И туда же. И есть монетка. Ключей все еще нету. Что меня беспокоит, скажу вам честно. Так, давайте сходим сразу же к боссу. Запустим книжку. Так, это у нас героическая, черная паучиха. Я ее помню почему-то. Я ее очень-очень хорошо помню. А, потому что она меня за один забег 4 или 5 раз убивала. Так что вот почему я ее запомнил. Ах, да. Ну, бывает. Так, сейчас мне очень хочется, чтобы у нас была сделка за 3 серых сердца. Отлично. Так, пожалуйста, пожалуйста, 3. 3 сердца. Пожалуйста, голова Гаппи. Или что-нибудь такое.
зачем ты это сделал? Ну, да, называется. Это, по-моему, это проблема, потому что я так... Да, голова Гаппи! Она, оказывается, стоила 2 серых сердца. Ну, что, теперь вы... Теперь вы посмотрите на то, как я буду проходить синим ребеночком. Ну, это, конечно, все еще Иуда, но это, считайте, де-факто прохождение синим ребеночком. Это будет интересно, потому что теперь мне надежда пройти, это только получить третью вещь от Гаппи. Будь то 9 жизней, или... Какая там у нас еще? По-моему, еще какая-то вещь Гаппи есть. Голова Гаппи, 9 жизней... Что-то у Гаппи было еще. Я уже не помню, что-то у него было еще. Но! Теперь нам это очень-очень важно найти. Очень-очень важно получить. Итак, так как у нас нету ключей, это все очень плохо. А, я тормоз, я мог в магазин зайти бомбами. Теперь мне придется потратить последние бомбы. Так, пожалуйста, ключ. Нет, не ключ, зато серое сердечко куплю 100%, потому что это, считайте, апгрейд на здоровье теперь. Ха. Все, больше негде искать, больше придется пропустить золотую комнату. Давайте пойдем. Так, чайку. Угу. Хорошо, так. И вот если я теперь не найду... 9 жизней, или то, что... Если я сейчас не провощусь в Гаппи, это будет очень обидно. Да, здесь мы зайдем. Серое сердечко, дополнительная бомба. Это не очень, я надеялся на ключ, скажу вам честно. Так. И как бы я сегодня думал проходить синим ребеночком, я так подумал, я себя лучше пожалею. Пожалею я себя. Оказывается, что... Можно было и не думать об этом, потому что так или иначе мы сегодня будем играть синим ребеночком. Ну или по правилам синего ребеночка. Так, хорошо, еще монетка. Не радует меня, абсолютно не радует. Так, идем дальше. Червячки, по крайней мере, уровни простые у нас получаются, так что с этим можно будет разобраться. Но мы, может быть, недалеко уйдем. И то, что я тогда так бросился на голову Гаппи... Там не может стоить многого. Очень-очень-очень многого. Да, ай-ой-ой-ой, от мухи получил урон. Это страшно и ужасно. И обидно. Так, голову рыбы мы возьмем. Пойдем сразу же к Бобу. О! Это человек, который даст нам 9 жизней? Это человек, который даст нам 9 жизней. Ну или, по крайней мере, у которого есть возможность дать нам 9 жизней. Так, хорошо. Так, теперь он... Ага, испугался, задумался. Так, теперь он развалился на двоих и поехали. Давай быстро-быстро-быстро умираем. И не гонимся за... О, отлично, один раз сосался. Так, теперь все и... Пожалуйста, 9 жизней! Ай-ой-ой-ой, не 9 жизней, но ничего. Так, вот оно у нас будут теперь разваливаться наши выстрелы, но да... Что ж, надо, значит, ходить по зубастым комнатам, надо смотреть в секретных комнатах, надеяться. Так, синий камень, хорошо, я его возьму, как только, так сразу, ключей нету, это немножко игра издевается надо мной, да? Да, так, хорошо, книжка зарядилась, угу. А, я вспомнил, почему нету ключей. Потому что у меня хвост кошки. Давайте я возьму здесь. Понадеюсь на ключ. Здрасте, ваша тетя. Давно не виделись. У меня всего лишь 10 монеток. И у меня одна бомба. Может быть, я смогу... Если я не найду... Вот, я нашел больше бомб. А то есть, может быть, сейчас смогу пройти сквозь секретную комнату, которая у нас будет рядом с магазином. Абсолютно, 100%. Вот здесь? Нет. Хорошо, значит, в магазин мы не пойдем. Значит, это не модно. Значит, это не по-нашему. Ага. А здесь? Ей!
Спасибо, игра, что ты мне дала деньги. Ключ! Ключ! И 9 жизней. И я теперь странные вещи требую. Обычно здоровья, урона. 9 жизней, ключ! Таковы мои требования. Так, хорошо, идем дальше. Так, что у нас? О, господи, зеленое, товарищи. Осторожно. Па-па-па, словил. Головой прямо словил взрывную штуку. Так, и... Что у нас? Бомба лишняя. Да. Как бы лишними бомбы не бывает, но все равно она лишняя. Так, теперь понадеемся, что у нас здесь секретная комната. Пожалуйста, пожалуйста, плиз, плиз, плиз. Нет. А может быть с другой стороны? Нет, здесь только куча-куча парабрысиков. Большая-большая куча парабрысиков. Хорошо. Так, есть. И... Еп. Да. Ну, это, по крайней мере, это очень любопытный забег, который... Что это такое? Что происходит? Что я сам с собой сделал даже? Я хотел спросить, что со мной делают, но я понял, что я сам с собой это делаю. Что это нечестно, не будем. Можно винить игру часто, но когда не надо, ну, то не надо. Это я сам утворил. Такое чудо. Ключ! Эй! Конечно же, у нас будет библиотека, которая мне так... потрать на меня ключ. Я хорошая. Так, я пушистая. Умри. Опаньки. Давай, давай, еще один ключ, чтобы и в магазин, и в золотую. Нет, катакомбы. Это, по-моему, не мама. Нет, нет, это не мама. Хорошо. Но это отвратительная комната, чтобы расправляться с этим боссом. С другой стороны, у меня так много урона, что это будет достаточно быстро. И не, безболезненно все было. Хорошо. Ложка. Чуть-чуть скорости. Окей, так, давайте пойдем вернемся. А, вечный вопрос, на который я отвечу «да». На вопрос «или-или», когда отвечаешь «да», это самое-самое классное. Да. И, конечно же, здесь будет не вещь, не ключи, а вот это вот тролльное существо. Твою. Ну, какой он резкий. Так, муха, давай-давай-давай, напади на... Нет. Ну, теперь у нас много денег. Много. Ключей мало. Мало-мало ключей. 2,5 серых сердечка. Апгрейдов на здоровье нет. Я только что понял, что мне стоит бояться. Что мне стоит испугаться вовремя, чтобы это было, по крайней мере, не сюрпризом. Так... Хорошо, книжка зарядилась, 2 сердечка. А, жадности, которые не смогут оттуда выскочить. Спокойно. Давайте. Так! Так! Без этих. Без движений резких. Есть, хорошо. Эти 2 монетки пускай остаются на месте. Уй-о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 й
Что же такие пугающие? Есть, есть таблетка, которая мне даст плюс здоровья. Balls of Steel, да, ну, да, молодца, она мне дала плюс здоровья, окей. Так, давайте здесь проверим на секретную комнату. Есть. Да, Bob's Rotten Head это не очень. Но зато мы можем здесь, например, себе прямо открыть выход. Хорошо. И не ходить туда-сюда. Зеленый, товарищ. Ч-ч-ч-ч-ч. Ключ? Конечно же, нет. Жестокая эта игра. Жестокая. Жестокая. Ну и что? Я теперь... Мне бы дойти до мамы. Я был бы рад. Все, что после этого, я даже не знаю, но... Хвост Гаппи. 9 жизней. Голова Гаппи.
И вот честно, если бы я подумал тогда, когда я схватил голову Гапи, я бы ее не взял. Я бы ее не взял, потому что это два сердца, это сумасшествие. Но я не подумал, абсолютно не подумал. Так что тут уже думать не о чем. Поздно думать о том, что я не подумал. Так, хорошо. Ух ты, в первый раз в моей жизни разделяющийся выстрел мне помог. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой, товарищи. Осторожно. Осторожно. Так, героический товарищ. Хорошо. Прицелься в меня. Молодец. И ключ. И, конечно, вот, без кого, вот честно, вот. И если бы, например, вот этот вот расщепляющийся выстрел мне помогал как-то, то было бы хорошо. А он ведь ничего не делает! Ничего! Хорошо. И спокойно. Самое главное не нервничать, не кричать, не материться. И тогда все закончится. Да. Ну, уровень закончился. Хорошо. Так. Ну, как бы да, это там я прошел почти что три раза подряд сундук. Это явно игре не понравилось. Она так. Что происходит? Что происходит? Я не понял. Я не понял, что происходит. Кто у нас тут научился играть? Это нехорошо. Давай, умри. Сейчас затроллим тебя по максимуму. Так, хорошо. Ах, твою налево! Зомбятская твоя душа. Ах ты, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, как раз, я, может быть, в золотую комнату попаду сквозь секретную комнату? Это было бы чудесно и прелестно и интересно. Давай. Конечно же, нет. А как же? Как же? Как же по-другому? Так, головострелялкины. Зато у меня урона много. Вот что меня радует, это то, что у меня много урона. Даже без книжки, а с книжкой еще больше. Это да. Я радости полные штаны. И тут большая проблема. То есть, если я найду 9 жизней в зубастой комнате, то это мне поможет. Если не найду, то это меня, скорее всего, убьет. Что грустно. Поэтому давайте пойдем в зубастую комнату. Только после того, как мы... да, конечно же, золотой сундук. И, конечно же, еще одна комната с зомбиками. Как же по-другому? По-другому не бывает. Теперь мы точно не пойдем в зубастую комнату. А, это еще к тому же специальный товарищ из ада. Ну, тут нужно очень-очень быстро. Ну. Спокойно. Меня сейчас убьет все что угодно. Я играю, как будто я не боюсь. Но я ужасно-ужасно боюсь. Притом, где мои синие камушки? Вот честно скажу. Я не понимаю, где мои синие... О, господи, боже мой. Липер! Липер-пупер! Все, липер-пупер умер. Хорошо. Теперь босс — это глубины... Первая глубина. Давайте посмотрим, есть ли здесь секретная комната. Нет. Давайте пойдем к боссу. Локи! Синий камень! Это хорошо. Давайте сразу же взорвем его, чтобы получить чуть-чуть здоровья. Именно из того камня, из которого мне нужно было получить здоровье, я получил ключ. Ну, бывает. Жестоко, но бывает. Короткий забег на сегодня, но... Да. Бывает. Я тогда говорю вам большое-большое спасибо за внимание. И мы увидимся в следующем видео.